Сегодня утром мы в телефонном режиме сначала созвонились с жителями. Я встретилась со Светланой Валентиновной Ищенко утром, попросила ее разъяснить, что каким образом эта контейнерная площадка там все-таки будет, не будет, насколько она соответствует, не соответствует. И попросила ее еще раз встретиться с жителями. Мне Светлана Валентиновна пояснила о том, что контейнерная площадка в данном месте полностью соответствует требованиям к контейнерным площадкам. Ну и дала согласие о том, чтобы встретиться с жителями. Я знаю, что такая встреча состоялась с жителями, но, к сожалению, результат у нас пока, ну, нету результата, потому что контейнерная площадка строится. Она и дальше будет вестись на ней работы, то есть работы не приостанавливаются. Поскольку эта земля под объектом муниципальная, то и, соответственно, муниципалитет имеет право решать, что на ней строить.